Краснодарский край атаковали скворцы. Агрофирма «Победа» никак не может справиться с пернатыми. Облепили коров, как мухи, и едят корма, как саранча. Средства против скворцов наука изобрести не может. Вся надежда на туристов. Подробности о напасти от Семена Еремина. Работникам кубанской агрофирмы птичий щебет давно уже не кажется веселым. Слушают его день напролет, с легким дежавю. Но если раньше с неба на сельхозугодья бывало спускалась саранча, то теперь это скворцы. Сотни тысяч. На трубы не садятся, на коров садятся. Вот ногам холодно, на коровах постоянно заезжают, да. Какая морда там хвостом? Это, а сейчас же начали хвосты пережимать, что они короткие. Она их не может сбить, они едут, да. Скворец не муха, от него не отмахнешься. Мало того, что буквально на голову сел, так еще и в кормушку залез. Расход кормов на ферме возрос в разы. Рентабельность мясомолочного производства падает. Стихийное бедствие для нас. Мы не хотим, чтобы они к нам на ферму прилетали. Потому что они съедают все здесь, что можно. Корма у коров поедают, у телят. А потому на время кормежки сотрудники хозяйства бросают привычные дела и с улюлюканьем носятся туда-сюда. И ветеринар Татьяна Семенова, и Дмитрий Пазий, как подобает механизатору, на технике. Впрочем, эффект сохраняется недолго. Пернатые дармоеды потеряли и совесть, и страх. Пробовали и шумовую установку, такую, как ставят в аэропортах. Имитируют клёкот хищных птиц. Утром подействовало, к вечеру пернатые привыкли. Еще минус 50 тысяч рублей. Сейчас надеются на низкочастотные звуки. Планируют установить мощную аудиоаппаратуру. Орнитологи посоветовали и объяснили. В последние годы в связи с глобальным потеплением климата и теплыми бесснежными зимами в нашем регионе массовая зимовка обыкновенных скворцов и других птиц стала обычным явлением. И зачем птицам, которые раньше в холодные зимы перекочевывали за Кавказский хребет, там, в Переднюю Азию, в Африку на зимовку мигрировали. Зачем далеко лететь? А на ферме и тепло, и сытно, и спокойно. Жди себе брачного периода. Ой, ну разве их пересчитаешь, тучи? Посчитать могут орнитологи-любители, причем заплатят за это. Есть такое направление туризма. Остается организовать туры на ферму, хоть какая-то компенсация убытков. Семен Еремин, Антон Красов, 5-й канал.